Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Дорогие друзья, горькие и печальные новости идут одна за другой. За последнее время мы потеряли многих людей, сделавших огромный вклад в развитие нашей страны. Это и актеры, и музыканты, видные научные деятели. Одним словом, это были люди, всю свою жизнь посвятившие служению своей родине. Они были до конца преданы своему делу и навсегда останутся в сердце нашего народа. Вот и сегодня у нас трагическая новость. На 79-м году ушла из жизни советская и российская актриса Наталья Филиппова, мать актрисы Дарьи Михайловой. Работала в театре на Покровке и Московском театре комедии, театре «Бенефис». Сотрудничала с театром имени Маяковского и продюсерской компанией «Аметист». Лауреат премии «Петербургский ангажемент». Снялась в фильме «Помнишь запах сирени» режиссера Бориса Галкина. Мы выражаем соболезнования родным и близким актрисы.